Покупки на китайском. Давайте начнем. Купальник. Купальник, понятно, не мне. Купальник стоит 280. Раз нашла жена. Ну, такое. Ничего не могу сказать хорошего. В вещах. Он стоит гривен. И не 250, как мне, а 80 лет. Чтобы не мешало. Так, смотри. Веб-камера. В Украине стоит 125 гривен. Плась в 5 гривен. Уже подключал. Коньячок. Один. Или даже 90. Мини-USB на. Это теперь. Я, кстати, не испытывал. Даже не нормально, не знаю. Доллары, я думаю, это 2. Да пускай будет. Для телефона. Для MP3 плеера. Позже. Вот по плеера. Смотри. Ай, блядь, короче говоря, чуть-чуть неудачно, я вам говорю, отлично, я его планшет, просто, видите, а нет, он не сел, где плеер 40 гривен. MP3 плеер. Вот наушники, но наушники, потому что это подходящее. То есть плеер стоит или 45 там. Я купил вот эти 15 гривен, вот эти к нему на вещь просто бы сразу. Дальше. Фигнюшка себе. С окна, как говорится, нет. Я не для этого купил. Пусть прыгнет. У него подзорная труба. 6 лет. Так. За 60 гривен. Идем. Тоже 40 гривен. Купил. Вот. Ну, уже. Вот это такие же. Ушки надо отдельно будет. Я. Честно. Отличная.